мне очень сильно страшно. Не боимся ничего. Волга Сёрф Кэмп – комплекс на воде, в котором каждый найдет что-то для себя. Это место, волнующее душу. Здесь чувствуешь свободу, здесь время течет по-другому. В ресторане «Волга Сёрф Кэмп» можно насладиться ужином на закате с видом на воду или перекусить между сетами, а также попробовать блюда континентальной кухни от шефа. Следующая участница, которая попытается справиться с серфом – Екатерина Максимова. Отведенного времени на испытание Кате так и не хватило, и она не справилась с заданием.